поезд. В купе сидит такой хохол, наш украинец такой, завзяли в усы. И заходит вдруг негр. Ну, начало тривиальное, много таких есть начало анекдотов. Пришло время ужинать. Хохол достает кусок сала, розовый, с прожилками, знаешь, такой, пахнет дымком, сеном. Начинает крупными такими кусочками нарезать, луковку на 4 части так ее порезал, крупно солькой посолил. Вдруг негр говорит: простите, а что это у вас? Он говорит: як что, це сало, мое с дома, сало я привез, сало. Он говорит: нет, это не сало, это не сало. Вот у нас в Зимбабве, когда мы забиваем гипопотама, вот там сало, полметра толщины, а это у вас какой-то, это подшерсток. Хохол напрягся сильно. Ну, знаете, национальное достоинство задето, все. Он достает яйца базарные, знаешь, такие домашние, по 2 желтка красного цвета. Мне говорят: о, а это что у вас? Он говорит: як что, це яйца, с дому я привез, курячие яйца, вот. Он мне говорит: не, это не яйца, это не яйца. Вот у нас в Зимбабве берешь страусиное яйцо, разбиваешь, человек на 18 омлет, а это горох у вас какой-то, нет. Знаешь, хохол напрягся страшно. Достает арбуз херсонский, 9,5 килограммов, такой белый, полосатый, знаешь, зеленый, такой, ставит на столик. Мне говорит: о, а это что у вас? Он говорит: а це крыжовник, дичка. Дичка.